ебану. Бубу весну нюхает, у него через 5 дней день рождения. Если что, не пугайтесь, там сетка стоит и не настолько там широкий проем, чтобы он прыгнул. К тому же мы тут сидим вместе на кухне. Если я буду уходить, я закрою. Я привет, я ненадолго открыла. Полезный гранатовый сок. У меня тут блинчики и вот такая вот паста шоколадная. Сейчас буду мазать блинчики и заворачивать их с вот этой пастой. Будет очень вкусно. Всем доброе утро и хорошего дня. Включился сейчас. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Заходи. Еще раз. А еще что у нас на повестке дня? Кот играл мышкой, да, в приложении. И ему понравился Рами, да? Еще кот играл мышкой, да, в приложении. Или он не играл? Я слышала мышку. Играл мышкой или нет? Мышкой. Да, играл. Да, играл? Да. В прошлый раз он не хотел. И ему очень понравился блогер Рами, да? Он смотрел клипы, у него вот так вот глаза прям были, он смотрел, следил, так ему впечатленно вот. Тебе Рами понравился, Бубу? Не суббота, к слову, это тот самый день, когда отрабатываем за 8 марта. Очень клево погуляли с Мирочем, и я придумала классную песню, только что пела, смеялись юморную. Да, Мирочка мне снова принес поделочку. Он меня одаривает все начало марта. Вот, вот такой рисунок он мне подарил. Уже куча открыток мне надарил. Да. И вот это ему подруга подарила такой вот рисуночек, Милана. Мирочка меня одаривает весь март уже. Вот, Владимир сходил в магазин, взял скидки, печенье и хлеб. Дамир любит вот такой, я вот такой.